Всем привет, ребята! Наконец-то я спустя месяц после травмы выехал уже кататься, точнее раскатываться. Пока я жду пацанов, хотел бы поделиться с вами своими мыслями, которые у меня были, когда я сидел месяц дома. Ну не дома сидел, а восстанавливался или залечил рану. Чуваки, паяло меня очень жестко, я думал, что я уже не смогу никогда кататься, потому что у меня колено то напухало, то проходило, то напухало, то опять проходило. То болело, то не болело, я думал, что с ним не так, пошел к врачу, врач сказал, все нормально, выкачали жидкость, более-менее уже попустило, думаю, начинать кататься. Выехал покататься, на следующий день оно опять у меня заплыло, и так постоянно, и я уже просто думал, что все, я уже больше никогда не сяду на велосипед, не смогу кататься. Ну вот я пару дней назад, вроде бы уже нормально стало, первый раз выехал покататься, и то и так. Сделал в Анете, в своем мягком брейсе. И потом понял, что надо покупать еще один армированный брейс, который я купил вот недавно на Великсе. Вот такой, как у Мекаса, стоит стальной брейс. Теперь у меня на двух ногах брейсы, и я теперь как робокоп катаюсь. Ну ничего, я надеюсь, что эта нога заживет левая, и будет с ней все в порядке, я могу кататься без брейса. Но пока месяцок второй надо покататься, чтобы полностью восстановить мышцы и избавиться от жидкости в колене. Ну а если, не дай бог, вы получили травму, то, ребята, не стоит отчаиваться, из каждой ситуации есть выход. Так что просто переждите этот момент и все, не надо запаиваться, как запаивался я. Так что, чуваки, сейчас я поеду в скейт-парк и буду пробовать трюки какие-то делать. Надеюсь, я не забыл все то, что умел, и я быстренько раскатаюсь. Потому что я недавно, ну как недавно, 2 недели назад или 3, подал заявку на Double Triple Fest, и мне ее одобрили, и взяли меня в квалификацию. Я не знаю, как я буду там кататься. Если сейчас покатаюсь, и все будет нормально с коленом, то, может быть, и покатаюсь на квалификации. А если будет плохо себе вести колено, значит, не буду кататься, потому что не особо хочется травмировать его на квалификации, потому что там очень сильно огромный скейт-парк, и я не знаю даже, смогу ли я там что-то сделать. Ну ладно, будет видно, это будет уже в следующем влоге, ребята, так что я скоро еду в Киев, так что киевляне или гости столицы, кто хочет увидеться, пишите, увидимся. Все, ребята, поехал я в скейт-парк. Чуваки, скажу вам честно, в двух брейсах кататься очень неудобно. Не знаю, может это с непривычки, конечно, но в двух, конечно, брейсах тупо киборг-убийца. Я уже сильно устал, хотя сделал пару трюков сегодня. На Simple Session готовишься? Конечно. Тренируюсь. Пацаны, Давид с ума сошел и решил готовиться к Simple Session. Думает, что пригласят. Ну да, с Гарретом буду кататься. Хорошие перспективы. Сюда. Ладно, смотрим. Ой, бля! Пацаны, вы помешали, мы тут видео снимаем, не стойте здесь вообще, хорошо? Вы попадете до видео в YouTube. Школьники, сука, взяли, помешали Давиду такую линию сделать. Да, было хорошо, драк я ехал как надо. Что скажешь? Тяжело, пацанам. Тяжело.
Чтобы на символ попасть тяжело. Да нет. Конечно. Гаррет бы эту линию с первой попытки взял. Ну ты сравнил пальцем. А, спасибо. А пальцем тоже можно. Не, ну Давид, конечно, да, сильная, сильная линия. Снимаем уже час где-то. Вот сейчас надо, главное, собрать. Но главное, ты сделал трак и сделал треху вип, но не можешь совместить, да, эти трюки. Да, да. У меня руки забились вот здесь уже, все. Типа, я уже чувствую, что габелла. Надо за бананами сходить и за редбулом. Не пейте, дети, энергетики. Будьте как Давид. Ау! Скорости мало. Мало скорости. Если вам, как и Давиду, не хватает скорости, обращайтесь в Telegram Magaz. Скорость будет. Шутка. Тебе скорости не хватило? Да? Нет, нормально ходов. Скорости нормально? Да. Нормально. Мне кажется, что мало скорости. Да не той скорости, не надо тут меня сейчас под это. Сейчас могу кататься, но что-то серьезное не могу сделать. Но мне кажется, Давид такое не засчитает. Выйди, блядь! Ну давай еще одну попытку. Видно, да? Чисто. Ну я сказал, что Давид не засчитает такое. Да, да, это, блядь, сразу скажет, какой simple session, блядь. На последнем дыхании Давид пытается добрать. Пытается. На последнем, чуваки. Но это заслуживает лайка и подписки. И репоста моего видоса, который я выложу. Да, вот так вот. Обязательно заходите, смотрите полный видос к Давиду на страничку в Инстаграме. Три попытки и все. Это как тогда с инфайлом. Три попытки. А потом и еще бонусных. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нормально с ногой? Чувак, это было очень жестко. Мне кажется, уже все. Да, все, окей, он остался. Это уже портаки, ебать. Последняя попытка, и все, я сдаюсь. В следующий раз доберу. На Simple Session. Все, это была финальная попытка. Давид молодец. Полтора часа съемки. Сделал треху вип, но нога спала. Ну ничего, поставьте, все, чуваки, спасибо, лайк. Не все, я устал. Так, чуваки, предлагаю респектнуть Давиду в комментариях, комментариям своим, написать, что у него очень жесткая линия. Чувак, я весил 86 килограмм, сейчас я вешу 80. Я похудел очень сильно. Короче, напишите, Давид, добирай, хэштег Давид, добирай, и мы обязательно снимем с ним. С ним эту как линию. Как только на Германа видосе набирается 500 лайков, я выезжаю и сразу же делаю эту линию. Это не 500 тысяч лайков. Как рахит. Ну ничего, мне простительно, месяц не катался. Тоха звонит в стрит, наверное, надо ехать. Алло. 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 Да ничего, слушай, ком еще. Давай, скоро буду. Так, ребята, закатили мы на свежий испеченный новый спот в нашем городе любимом. Вот такой вот спот. Такой вот бэнк. Можно, конечно, тут проскользить, но поверхность очень шершавая. И не хочется убивать свои пеги. Ну, сейчас Тоха даст пару трючков тут. Да, понял, там где... И вот здесь вот такие ступеньки. Но гранит тут не шлифованный, весь в этих, в такой, как наждачка. Скользить тут на пластиковых пегах я не особо хочу, потому что они убьются сразу смерть. Ну ничего, сейчас за дело возьмется Антон и покажет вам стиля на этом новом споте. А мы уже когда-нибудь по дню приедем сюда тоже, что-то можем придумать. Давай, Тоха. Харьков строится, споты открываются, мы на одних и тех же сидим.
Так что, ребята, скоро Харьков будет как Барселона. Все будут не в Барселону ездить кататься, а к нам зимой. Так, значит, приехали мы на спот. Я, как всегда, пробил колесо. И все. И латок нет у меня, один насос. Я качал, и оно спускает. Вот такой вот спот. Вот такой вот спотик. Тоха нас сюда привел. Такие огрызочки, а не грани. Ну, Тоха сейчас что-то тут попробует. Если сделать, будет классно. Если нет, поедем дальше. Все, короче, чуваки, будем закругляться на этом моменте. Надо мой? Наверное, да. А есть еще спот? Дома. Последний спот – это дом. Чуваки, последний трюк – это зачитовой. Смотрите, какая здесь стенка. Напротив этой стенки хочу спросить у вас, как вам моя новая стрижка? Это стриг меня Мекас недавно. Оцените, пожалуйста. Опа! Как мне, лучше лысым или лучше вот так вот? Как мне, как говорит, забыл. Сейчас стрижка полубокер. Короче, ребята, все, встретимся в Киеве. Давайте, подписывайтесь на канал. Я еду на контест Double Triple Fest. Встретимся уже там, ребята. Кто будет, подходите. Всем мир. И на канал подпишитесь. Так, короче, ребята, под вечер мы закатили уже к Мекасу на репетицию. Сейчас посмотрим, как это происходит от первого лица все. Йоу! Всем привет! Это группа Дегустер Ван Дам. Ну что, погнали? Погнали, нахуй! Давай, не выйдем! Короче, все. Yes.